Одесский городской совет выделил 46 миллионов гривен на безопасность дорожного движения. Депутаты большинством голосов внесли изменения в профильную программу. Она состоит из двух частей. Первая касается транспортной логистики, направленной на комфорт автолюбителей. Вторая – безопасности на дорогах, в частности, перестройки дорог и перепланировки перекрестков. У нас на сьогодні в Одесі 668 нерегульованих перехресть та пішохідних переходів. Тобто, якщо казати про те, що це потрібно робити, то це потрібно робити. Чому? В листопаді 2020 року було прийнято нові стандарти державних будівельних норм, якими закріплені такі важливі з точки зору безпеки дорожнього руху, як островці безпеки, підвищені пішохідні переходи та таке інше. На оборудование 20 пешеходных переходов островками безопасности выделили 2 миллиона 400 тысяч гривен. Еще 2 миллиона на оборудование повышенных пешеходных переходов. Что касается первой части программы, то интересны следующие цифры. За 2 миллиона 800 тысяч гривен установят 8 новых светофорных объектов, а также 4 миллиона 400 тысяч потратят на модернизацию существующих. За 6 миллионов 700 тысяч гривен планируют нанести 50 тысяч квадратных метров дорожной разметки. На демаркировочную технику для СМЭПа потратят 600 тысяч гривен.